Здравствуйте! Сегодня вот такой вот необычный выпуск наш. Я показываю вам свой экран. Так вот, сегодня я расскажу, как вы уже узнали по названию, 10 вещей для мини-бизнеса. Дешевые 10 вещей, то есть, которые может себе позволить каждый. Первое – это карта памяти на 64 гигабайта с флешкой в подарок. Флешка тут – это адаптер. Ну, вставляете в нее карточку, она как флешка. За 100 гривен, за 8 долларов 90 центов, чуть больше 100 гривен. Что я могу сказать? 64 гигабайта, это, очень хорошая цена. Такая она стоит, наверное, гривен 250, то есть, наваритесь уже. Больше 100% точно вы заработаете, продав у нас, в странах СНГ, короче. Потом, водонепроницаемый кейс для телефона, тоже очень популярная вещь, я себе уже ее заказал, кстати, вообще-то для iPhone 4, 4S, 5, она подходит для всех, кроме до диагонали 5 дюймов. Дальше, вот такой вот мини-плеер, я его заказывал, кто помнит, может кто-то смотрел, кто не смотрел, черненький. Очень классный плеер и работает хорошо, качество, правда, немного хромает, но, в принципе, за свои деньги он достаточно хороший. У нас стоит такой 40 гривен минимум, это тоже два раза навар. Потом док-станция, 31 гривна, у нас такие даже по 150 гривен продают, некоторые вообще могут умудриться такую цену поставить огромную. Тоже себе заказал, можете скоро увидеть обзор. Такая вот док-станция для устройств, у которых снизу там микро-USB разъем. Дальше, вот такой вот чехол, это ультратонкий чехол, но вроде бы он 8 мм или 5 мм толщину, за 7,36 гривен, это очень дешевая цена. Я такой уже заказывал, кто смотрел. Правда, есть один огромный недостаток, то, что он иногда приходит такой помятый немного, с помятыми такими линиями. И у нас такой стоит гривен 30, наверное. То есть навар вообще еще больше, чем в 3 раза. Вот такая вот присоска. Я заказывал, кто помнит, не такую, а вантус как бы. Мини-вантус для телефона. И заказывал его за 2 гривны, но такого магазина уже не существует, он закрылся. И вот теперь минимальная цена — это 8 гривен. Сколько она стоит у нас в Украине? Лично я вантусы продавал по 15 гривен. Эти тоже можно, в принципе, за 15 гривен продать, и цена, считайте, в 2 раза вы навариваетесь больше. Тряпочка для мойки машины за 20 гривен. Вот это очень хорошая, потому что... это та же самая, извините. Я ее тоже уже покупал. Очень классная тряпка, продал за 40 гривен, хотя у нас такие продаются по 50, а то и по 60 гривен. То есть... я на ней наварился 2 раза, а некоторые люди даже в 3 умудряются. Просто не хотел париться и долго продавать ее. Из-за этого пришлось продать ее так дешево. Очень классно вытираю, что я могу сказать. Но, в принципе, мне кажется, что эта тряпочка больше от пыли, чем от ней что вымыть, так как она немного оставляет разводы. Стилусы. Тоже заказывал похожие стилусы. Стилусы, точнее. Тут за 4 гривны, так как тут магазин закрылся, а тут за 4 гривны 68, вы поняли, 4 гривны, 5 гривен. Такие у нас стоят где-то по гривен 25, навар 5 раз. Я покупал по гривне штука вообще, я покупал там за 10 штук и по гривне 50. То есть, а я на них наварился, я в 20 раз больше цену на них поставил и продал уже все. Вот такой вот фонарик, фирменный фонарик, главное слово, фирменный, конечно. Вот тут вот есть разные цвета. В чем же его прикол? В том, что тут, как вы видите, надпись «Колумбия», значок «Колумбия», то есть и 13 гривен стоит. То есть, для фанатиков «Колумбии» и вообще для фирменных вещей, он такой классный туристический фонарик. Сейчас покажу вам, как он светится, вот даже прикольно будет, как брелок его для портфеля «Колумбии» использовать. Сейчас, одну минуту. Вот так вот он светит. Как вы видите, в принципе, достаточно хорошо, чтобы там, если вам что-то так надо, срочно. И вот это вот, конечно же, очень, такая классная штука. На доску объявления ставите, и каждый день вам звонят. Потому что это реально крутая штука.
значок M-Style для BMW. Такие тоже уже заказывал. Вы видите, тут у этого продавца есть разные там эмблемки всякие. M5, M3, матовые, не матовые. Но офигенные, они в офигенном качестве, железные, с хорошим 3М-овским двухсторонним скотчем. То есть вообще офигенные. Советую всем, покупайте и продавайте. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания.